Это «Вести». Мы следим за развитием событий в стране и мире. Резервный самолет авиакомпании «Северный ветер» вылетел в Ереван. Рейс был задержан из-за ЧП. Во время взлета поступил сигнал о задымлении на борту. Командиру воздушного судна пришлось экстренно эвакуировать пассажиров. Всего 179 человек. Подробности происшествия у Бориса Бовшика. Резервный борт авиакомпании «Северный ветер» в 5 часов 19 минут отправился из Шереметьево в столицу Армении. Лайнер не смог вылететь в Ереван из-за сигнала о задымлении на борту. Инцидент произошел в час ночи, когда самолет готовился взлететь. Командир воздушного судна оповестил салон о задымлении и увел машину со взлетно-посадочной полосы. Все 173 пассажира были эвакуированы по надувным трапам. Сразу к самолету примчались пожарные машины. Прибыли на место. В 1:40 установлено, что возгорание не обнаружено. В общем, никаких признаков возгорания не было. И в 1:55 вся техника была в пункте постоянной дислокации. От пилотов сигнал поступил о том, что произошло задымление в кабине пилотов. Было принято решение об эвакуации. 187 пассажиров эвакуированы. При эвакуации по надувным трапам 8 человек получили травмы различной степени. Двое были госпитализированы. Пассажиры были эвакуированы в терминал F. При разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж принял решение о прекращении взлета. После прекращения взлета пассажиры были эвакуированы. Всего пассажиров 173, из них 162 человека взрослых, остальные дети. В медпункте помощь оказывают одному человеку. По сообщению очевидцев, дым быстро распространялся по салону. Пассажиры в панике брали вещи и выбегали из самолета. Этот пассажир один из тех, кто находился на рейсе. Спасая внучку, мужчина неудачно спрыгнул с крыла и сломал ногу. Дым в самолете. Народ кричит, прыгните, прыгните, давите сюда, туда. Еле-еле внучку выкинул. Я там с этого, как с крыли прыгнул. Вот и так получилось. Ноги поломал. Всех пассажиров разместили в здании аэропорта. Им было предоставлено питание и прохладительные напитки. Багаж был выгружен из воздушного судна и перенесен на резервный борт, который и вылетел спустя 4 часа после отложенного взлета. По прилету в Ереван пассажиры рейса собираются писать жалобы на авиакомпанию. Аэропорт вернулся к нормальному режиму работы. Сейчас специальная комиссия, сформированная Росавиацией, устанавливает причины происшествия. Борис Бовшик, Павел Костриков, Данил Прокудин. «Вести».